Всем привет, мы в парикмахерской. Да, попробуем сегодня сделать новую прическу для Кирилла. Да, Кирилл готовится, очень настроен. На стиль. Так, Кирюша в своем стиле сказал, что ему с полосками. Ты какой серьезный. Что это Кирилл? Вот такими огромными ножницами сейчас Кириллу сделают самую тонкую работу. Нравится? А? Ну, так не скучно. Вот, ребята. И папа тоже решил построить. Вот как он получается. Вот. Даже на зеркале видно. Чтоб я подождал, пока папа построит. Все. Папа решил мне включить мультики про это, но красивее папы, наверное, я буду. Вот такая у меня прическа. Такая вот у бабы прическа. И очень классно, здорово. Очень получилось. Ребята. А тут уже почти всех постригли красиво. Так, ребята, могут еще вот такие прически. Это была немного коротенькая Лёшка фамилия, да. Итак, мы побывали в парикмахерской. В принципе, я очень доволен результатом. За две стрижки взяли 400 песо. 500 рублей, это очень-очень адекватно. Меня вылизывали там, наверное, полчаса все. Каждую волосинку по линейке вымеряли, чтобы все было четенько. Если вам понравилось и видео, и стрижка, ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте подписываться. С вами были Family Day.